Народные гуляния в Гумбетовском районе. Там отметили День поливного канала. В ежегодном празднике приняли участие все жители села Черкота. Они расчистили канал от ила и мусора, чтобы в поливной сезон вода беспрепятственно поступала к садам. Для всех собравшихся приготовили национальные блюда и угощения. Закончилось все праздничным концертом и театральными постановками.